Drama story, goodbye summer. До свидания, лето. This is Victor. Это Виктор. Right now he is having a little break. Victor likes little breaks. But when you are a taxi driver, time lost is money lost. Виктор – шофер, а это его такси. Виктор на работе. Виктор at work. But you know, Виктор would be the first to admit that every job has its compensations. Это Ольга. Она студентка. In fact, she is a student of journalism at Moscow State University. Московский государственный университет. Or, as most people simply call it, МГУ. МГУ. Ольга не знает Виктора. Ольга doesn't know Victor. Yet. Здравствуйте. Здравствуйте. В университет, пожалуйста. В МГУ? Да, в МГУ. Хорошо. Собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. Здесь можно курить? Да, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Красивый город. Да, красивый. Большой. Главный вход. Нет, сейчас направо, пожалуйста. А потом прямо. Сейчас налево, пожалуйста. Вот здесь, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Сколько с меня? 3.50.
меня только 10. У вас нет мелочи? Нет, только 10. Вот, пожалуйста, 6 рублей. И мелочь. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Крылова. Снова птицы в стаи собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. Собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. Это Виктор. Он водитель такси. And he's made a mistake that a taxi driver ought never to make. He's run out of petrol. The girl he took to the university. The girl he can't get out of his mind. The girl he'd like to find again. But Moscow's a big town. Да, Москва – очень большой город. Это Ольга. Она студентка, хорошая студентка. But she's not the most organized girl in the world. She's only just noticed that one of her books is missing. Never mind, help is on its way. If help is the right word. Наталья Владимировна, извините. Извините. Victor's neighbors are used to him. Well, almost. He always seems to be in a hurry. But this time there is a reason. Где живет Крылова? Как ее имя? Ха. МГУ – очень большой университет. Moscow University is a very big place. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в какой комнате живет Крылова? Кто? Крылова. Крылова? Молодой человек, это очень большой университет. И очень большое общежитие. И у нас очень много Крыловых. Как?
Как ее зовут? Я не знаю точно, как ее зовут. Вот. О-И. О-И? А, так это, наверное, Ольга. Ольга Крылова, да? Ну да, Оля. А вы кто? Знакомый? Нет, я... То есть, да-да, мы знакомы. Знакомая, не знаете, как ее зовут? Я знаю, как ее зовут. Ее зовут Ольгой. Ага. Да, но ведь... Дело в том, что я водитель такси. А вот ее книга. Я хочу... 7-й этаж, 735, правая. 735. Спасибо. Большое спасибо. Молодой человек. Да. Молодой человек. Лифт. Где? Там, налево. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. А вы кто? А это кто? Это мама. А это кто? А это папа. А это, наверное, ваш брат. Да, это мой брат. Его зовут Саша. А вы кто? Меня зовут Виктор. Виктор? Я водитель такси. Очень приятно. А вот ваша книга. Ой, в такси. В такси. В такси. Спасибо большое. А кто это? Это моя соседка. Ее зовут Люда. А где она сейчас? Она на лекции. Она на лекции, а вы нет. Она на лекции, а я нет. Я, как видите, занимаюсь дома. А вы сегодня не на работе? На работе нет. Сегодня нет. А вот мой дом. Вот здесь. Близко. Угу. Мне пора. До свидания, Ольга. До свидания, Виктор. Спасибо за книгу. Это кто? Виктор. Это я уже знаю. Новый знакомый? Просто шофер такси. Тебе письмо. Письмо от брата. A letter from her brother, Sasha. But that's another story. Снова птицы в стае собираются, ждет их за моря дорога дальняя, яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. До свидания, Ольга. До свидания, Виктор. Спасибо за книгу. Это кто? Виктор. Это я уже знаю. Новый знакомый? Просто шофер такси. Тебе письмо. Письмо. A letter from Olga's brother, Sasha. Снова птицы в стае собираются, ждет их за моря дорога дальняя, яркая, веселая, зеленое. До свидания, лето, до свидания. Саша – механик. Он работает в совхозе. Estate Farm.
not far from Moscow. Эй, дай отвертку! Черный ворон, что ты вернешься над моею головой? Ты Саша любит электронику, он любит технику. Но больше всего он любит музыку. Мама, тебе нравится эта передача? Нравится. Не понимаю, почему вы смотрите такие передачи? Я смотрю эту передачу, потому что она мне нравится. Ясно? Понятно. Сегодня вечером будет балет. Балет? Я не люблю балет. Тише. А футбола сегодня нет? Ой, я не люблю спорт. Саш, ты любишь музыку. Сегодня в 10 концерт. По какой программе? По второй. Когда? В 10. Нет. В 10 часов я смотрю фильм. Четвертая программа. По-моему, это плохой фильм. Ну что ты? Это очень интересный фильм. Очень может быть, но не для меня. Тебя ничего не интересует? Это неправда. Тише. Саш, перестань. Well, that's television the whole world over. The more programs you have to choose from, the harder it is to choose, по-моему, in my opinion. That's what Olga feels like. But Людмила's busy. Она занята. Люд, не хочешь погулять? Погулять? Куда? Можно в парк. Когда? Сейчас? Конечно, сейчас. Пойдем. Ты же видишь, что я занята. Ну, может быть, потом. Потом, потом. Посмотри, какое солнце. Сегодня вечером в клубе концерт. Пойдем. Сегодня вечером? Сегодня у нас четверг. Нет, Оль, в четверг вечером я в библиотеке. Ну вот. Днем-то занята, вечером-то занята. Лекции, семинары, экзамены. У тебя тоже лекции, семинары, экзамены. Ты тоже должна заниматься и читать. Может быть, я и должна, но сейчас я иду гулять. Пока! Оля, подожди! Яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. До свидания, лето, до свидания. Снова птицы в стаи собираются, ждет их за моря. Дорога дальняя, яркое,
веселой зеленое. До свидания, лето, до свидания. Every time there's a letter from home, Olga has to spill out all her troubles to her roommate Людмила. Poor Olga. Poor Людмила. The problem is Olga's brother Саша. Он любит технику, электронику, но он не любит свою работу. He doesn't really like his work on the state farm, совхоз. Still, he's young yet. Он молодой еще. Мой брат. Саша? Да-да, Саша. По-моему, он не любит свою работу. Он работает в совхозе, не правда ли? Да, он ученик механика. Он любит технику, электронику, но не любит свою работу. Он молодой еще. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Шагаю еле-еле, вершок за пять минут. Ну как дойти до цели, когда ботинки жмут? Работа есть работа, работа есть всегда. Хватило б только пота на все мои года. Дом книги, the biggest bookshop in Moscow. And it needs to be big because Russians consume books the way the English consume cups of tea. А где Ольга? Читаете? Ой, это вы. Да, это я. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Спасибо, ничего. А как вы? Спасибо, очень хорошо. Здесь много книг. Да, книжный магазин, много книг. Понятно. А, вот это интересно. Спорт. Футбол. Гимнастика. Хоккей. Баскетбол. Очень интересные книги. Я не люблю спорт. Кто это? Кто это? Вы не знаете? Нет, не знаю. Это Байрон. Английский футболист. Нет, он не английский футболист. Он английский поэт. Здравствуйте. Здравствуйте. Один букет, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста.
что ж так. Спасибо. Фотографии? Можно посмотреть? Да, конечно. А, это вы? Да, это я. В Павловске. А это мама. А это папа? Да. А это ваш брат? Да. Его зовут... Саша. Ну да, конечно, Саша. Пойдем, поезд. Собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. Здесь живет Саша, брат Ольки, мама и папа. In the countryside. The peace and quiet of the countryside. Себе давали слово не сходить в пути прямого, но... Саша! 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 Почему так громко? Да это не громко. Что? Это не громко! Саш, разве это музыка? Мама, это не Чайковский, но тоже музыка. Ты только послушай. Они хорошие музыканты. Я тоже хороший музыкант. Мама, ну что ты? Это не проблема, подожди. Вот. Meanwhile, back in Moscow. Playing chess against yourself has one great advantage. You can't lose. Алло, слушаю.
Кто? Ольга! Спасибо, хорошо. А как вы поживаете? Сегодня? Ничего. В театр? А может быть, в кино? Нет? Ну, хорошо. Пойдем в театр. А в какой? Где? В 2 часа? Прекрасно. Пока. Oh, Victor, you're so predictable. Yes, you. I think you're scared of her, aren't you? No, it's true. Anyway, don't just sit there. You're meeting her in 30 minutes. Виктор Александрович, осторожно! Извините, пожалуйста. Виктор любит кино, а Ольга любит театр. Что идет в театре? Давайте посмотрим. Let's have a look. In case you've forgotten, Чайка, Seagull, is a play by Chekhov and a make of Russian car. Машина. Сегодня в Большом театре идет опера «Князь Игорь». Так, а завтра идет Борис Годунов. А, посмотрите, идет Чайка. Чайка? Где? Виктор, не машина. Чайка Чехова. А, Чехов. На Большом театре. Виктор, нет. В Амхате. В Большом театре идут только оперы и балеты. Понятно. А скажите, пожалуйста, где здесь спорт? Футбол. Футбол? Да, футбол. Футбол – это не искусство. Футбол – не искусство? Футбол – это спорт. А что такое искусство? Виктор, искусство – это театр, это опера, это балет. Это поэзия. А цирк? Цирк тоже искусство? И да, и нет. Ничего не понимаю. Пойдемте в кафе. Нет, Виктор, спасибо, не хочу. Ну да, пойдемте в кино. Сегодня идет очень хороший фильм. Мы идем в театр. В какой? В большой. Подождите, Оля. Снова птицы в стае собираются. Ждет их за моря. Дорога дальняя, яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. Having talked a reluctant Victor into a visit to the Bolshoi, Olga's finding that getting in is not quite so easy. Like so many Russians outside so many theaters, she's in search of a spare ticket. Лишний билет. Скажите, пожалуйста, у вас нет лишнего билета? Нет. Скажите, пожалуйста, у вас нет лишнего билета? Нет. Скажите, пожалуйста, у вас есть лишний билет? Нет. Скажите, пожалуйста, у вас есть лишний билет? Нет, нету. Ольга, дайте мне сигарету, пожалуйста. У меня нет. У меня тоже нет.
Извините, пожалуйста, у вас есть лишний билет? Нет. Извините, пожалуйста, у вас есть лишний билет? Есть. Правда? Правда. Ой, как хорошо. А может быть, у вас есть два? Ну что вы, девушка, у меня только один билет. А что делать? Сколько стоит? 3 рубля. 3 рубля. 1 рубль? Да. 2 рубля. Виктор, у вас есть деньги? Дайте мне рубль, пожалуйста. Вот 3 рубля, пожалуйста. А вот вам билет. Спасибо. До свидания. До свидания. Виктор, у меня только один билет. Вот и прекрасно. Как прекрасно? Вы идете в театр, а я пойду в кино. Виктор, подождите. Спектакль кончается в 4 часа. В 4 часа я буду здесь. В 4 часа я буду дома. Виктор дома. Виктор at home. Peace and quiet, and no one to disturb you. Apart from the neighbors, of course. Что-то случилось. Something's happened. Здравствуйте. Наталья Владимировна. Наташа, здравствуйте. Извините, что так поздно. Да ничего, Виктор, ничего. Виктор, у меня к вам просьба. Пожалуйста. Можно? У вас есть аспирин? Вот это да. Вы доктор, а у вас аспирина нет. Да, вот аптека уже закрыта. Прошу вас. Спасибо. Да вы садитесь, пожалуйста. Спасибо. Подождите минутку. Вот он. Наташа, что-то случилось, да? Хотите воды? Да. Или коньяк? Ой, нет, нет, спасибо. Извините, Виктор, спасибо. Наташа, что-то случилось, да? Вы понимаете, Виктор, последнее время... It's not really such a tragic story as it looks. It's about Natasha's daughter Tanya, who started failing all her exams at school. The reason is a simple one, and one that Виктор can easily understand. Спорт. Таня любит спорт. Это, по-моему, хорошо. Нет, Виктор, это очень серьезно. Я не думаю. Все дети любят спорт. Я тоже люблю спорт. Витя, вы не понимаете. Извините. Алло. Слушаю. Да. Ольга? Телеграмма, да? Папа болен. Серьезно болен? Ну да, да, да. Конечно. Я буду там в 9 часов. Да, да, да. Да, да. До завтра. Пока. Ну, мне пора. Спасибо за аспирин. Извините, что я... Ну что вы, что вы. Давайте попьем с вами чаю. У меня есть хорошие пирожные. Нет, спасибо, Виктор. Спокойной ночи.
Спокойной ночи, Виктор. Спокойной ночи. Ольга's off to visit her sick father in Pavlovsk. Поезд через 20 минут. The train's in 20 minutes time. Ольга, дайте мне чемодан. Нет. Ольга, дайте. Виктор, у вас есть сигареты? И потом, давай будем на «ты», хорошо? Прекрасно. Только, по-моему, ты много куришь. Который час? 10. Уже? Когда твой поезд? Через 20 минут. Ничего, у нас есть еще время. Когда ты будешь дома? По-моему, в 2 часа. Сколько дней ты будешь там? Не знаю, 2-3 дня, наверное. Я буду в Москве во вторник. А что? Ольга, может быть, тебе нужны деньги? Спасибо, Виктор. Деньги у меня есть. Вся стипендия. Пошли. Снова птицы в стае собираются. Ждет их за моря дорога дальняя, яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. Снова птицы в стае собираются. Ждет их за моря дорога дальняя, яркая, веселая, зеленая. До свидания, лето, до свидания. Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Вчера, пешеходы, сегодня, твои, завтра. Люди, yesterday, today and tomorrow. Somehow, without Olga, all the days seem the same for Victor. Passengers come and go, and Moscow lights are a long way from Pavlovsk, the home of Olga's parents and her brother, Sasha. Papa болен. Olga's father's ill. And the future is uncertain. Он не знает, что будет. Нет, Оля. Я не знаю, что теперь будет. У тебя будет пенсия, папа. Да пенсия-то будет. Но я хочу работать. Я работал в этом совхозе 25 лет. 25. Много видел, много делал.
Много мечтал, много работал. Много дум я в тишине продумал, много песен о себе сложил. И на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Ты еще любишь Есенина? Очень люблю. Замечательный поэт. Папа, через полгода ты опять будешь работать. Нет, не буду. Буду на пенсии. Буду сидеть дома, буду читать газеты, буду писать письма. Вон телевизор есть. Папка, ну что ты? Ты у меня еще молодой. Да, он сейчас будет. Кто? Сашка. Оля! Саша! 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 Ну как ты? Здорово. Что у тебя? Ничего. Знаешь, я завтра не работаю. Что мы будем делать, а? Ну как что? Степь да степь кругом, путь далек лежит, там в степи глухой. Как здесь хорошо. But for Olga, life is not so simple. Все не так просто. How to live? That is the question. Как надо жить? Саша has one answer. Долго. A long time. Мой Саша, как же здесь хорошо. Да. Здесь хорошо. А у тебя? Все хорошо? Все нормально. Нормально хорошо или нормально плохо? Все это не так просто. Все совсем не просто. Да, это правда. Трудно сказать, как надо жить. Да, трудно. Но я знаю, как надо жить. Ну, как? Надо жить долго. О, смотри. Я первая, Анечка. Ой, Джур, я первая. Замерзалый мщик здесь в степи глухой. Замерзалый мщик, набравший сил, чуя смертный час, он товарищу отдавал наказ, он товарищу отдавал наказ. Ты, товарищ мой, не попомни зла, здесь в степи глухой схорони меня, а жене скажи слово прощальное, передай кольцо обручальное, передай кольцо обручальное.
осторожно. Переход. Да? Пошли. Саша в Москве. It's Sasha's first trip to the big city, and Olga's asked Victor to show him the sights. Жил-да-был один король. Правил он, как бог, страною и людьми. Звался он Луи Второй, Но, впрочем, песня не о нем, а о любви. Все могут короли, of Moscow is complete without a visit to VDNH, the exhibition of economic achievement. How do you get there? Как туда проехать? That's what Sasha wants to know. VDNH? А как туда проехать? Можно ехать на автобусе. А где остановка? Вон там. А можно ехать на метро. О, конечно, на метро. Пошли. Пойдем. У тебя есть 5 копеек? Нет, у меня только рубль. Вот. Спасибо. Может, поедем на такси? А сколько это будет стоить? Не знаю, 2-3 рубля. Ой, нет. Поедем на метро, будет быстрее. Много туристов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 202 миллиона. И ты. 2 миллиона и один. Я не турист. Сегодня ты турист. Пожалуйста. Здравствуйте. 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 Добрый день. До свидания. Нет, не до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Саша, пошли. До свидания. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Да. Я говорю по-русски. Да, но не очень хорошо. Извините. Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, как мне доехать до гостиницы «Россия»? Вам надо ехать до... Подожди, я знаю. Садитесь на автобус до площади Революции. Well, it's one thing to ask a simple question, quite another to understand the answer when someone as enthusiastic as Sasha is giving the directions. And Victor hasn't finished with Sasha yet either. The very next day he is busy preparing a little surprise. Маленький сюрприз. Спасибо.
15 копеек хлеб. Подыграй на 5. За 15, пожалуйста, хлеб. Конёчек побывай у меня, душа радость побывай у меня, побывай, бывай, бывай у меня, побывай, бывай, бывай у меня. Я бы рада побывать у тебя, побывать, бывать, бывать у тебя рекума, улица грязна, ох, грязна, грязна, не вымощена. Я ли там у горя помогу, помогу, могу, могу, помогу. На дорожке я мосточек намощу, намощу, мощу, мощу, намощу. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. У тебя ли кумоворот скрипучий, скрипучий, пучи, 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 пучи. Под воротах кусок сала подложу. Victor, that's an awful lot of food you've got there. But I suppose we have to wait till next week to find out what you're planning to do with it. Yeah. Душа радость побывай у меня. Что же делать? Побываю у тебя, побываю, побываю у тебя. Снова птицы в стае собираются. До свидания, лето, до свидания. А я хотела бы жить в Ленинграде. Это было бы здорово. По-моему, в Москве хорошо. Летом. А зимой? Зимой я хотел бы жить на юге, где всегда солнце. В Одессе, может быть. На Черном море. Черное море. Черное море мое. А я больше люблю север. Но вреден север для меня. Это Пушкин, Евгений Онегин. Правильно. Молодец. Евгений Онегин жил в Петербурге. Я бы тоже хотела жить в Ленинграде. Хотела бы гулять по Невскому проспекту, ходить в Зимний дворец, в Эрмитаж, увидеть все знаменитые дворцы Ленинграда. Да, Петербург, то есть Ленинград, это окно в Европу. Окно в Европу, ой. Саша, Сашенька, ребята, давайте пойдем гулять. Потом. А? Да, пойдемте. Давай, Виктор. А Наташа пойдет гулять? Нет, я хочу спать. Тогда я тоже не буду гулять. А пойдемте в волейбол. А, давай. Даня! Давай, Виктор. Да. Пошли. Ой, кому только. Еще раз, Даня. Бегом, бегом, бегом. Ну, давай. Давай, давай, бегом, бегом. Ай, о!
Ну? Ну, давай. Кто это? Где? Вон там. Знакомый Ольги, наверное. Молодой Дон Жуан. Еще разочек. Знакомый? Какой знакомый? Новый знакомый. Когда-то я тоже хорошо играл в волейбол. Красивый парень. А по-моему, ты тоже очень красивый. И я? Мне тоже кажется. Большой театр. Точно, Большой театр. Yes, Olga and the young Don Juan have met before. He sold her a ticket outside the Большой. Познакомьтесь, пожалуйста. Юра. Наташа. Виктор. Очень приятно. Саша. Таня. Оля. Вы тоже студент? Нет. Я инженер. А я думала, что вы спортсмен. Моя дочка очень любит спорт. Но вы очень хорошо играете в волейбол. Спасибо. Вы тоже. Где Виктор? Не знаю, гуляет, наверное. Помогите! Да ну! Скорее! Помогите! Да ну! Витя! Витя, где ты? Витя! Виктор! Он же не умеет плавать! Витя! Витя, где ты? Витя, что случилось? Витя! Виктор! Привет! Витька, как тебе не стыдно? Я думала, что все. Виктор – актер. Он всегда играет. He's always playing the fool. Life is a game for him. Жизнь – игра. And so perhaps is love. Любовь. Виктор – несерьезный человек. Well, that's what Olga thinks. Ну, прости, пожалуйста. Ты просто актер. Ты всегда играешь. Да что ты говоришь? Да. Жизнь для тебя игра. Ты несерьезный человек. Я несерьезный человек? Я знаю, чего ты хочешь. Это интересно. Чего же я хочу? Ты просто... Ты просто играешь со мной. А что ты хочешь? Большой любви? Ну, все ясно. Ты думаешь, что мне нужна только любовь? А разве это не так? Нет. Я хочу работать. Я люблю свою работу. Какая ты серьезная, Оля. Ну, лучше быть серьезной, чем несерьезной. Может быть. Ну, мир. Ладно, мир. Может быть. Мир. Peace. Может быть. Perhaps. Снова птицы в стае собираются. Ждет их за моря. Дорога дальняя, яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. До свидания, лето.
собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Яркой, веселой, зеленой. До свидания, лето, до свидания. Ой, Юра, какой Ленинград красивый. Да, мне тоже очень нравится. Оля, а ты знаешь, что было до революции в Петропавловской крепости? Что? Это была тюрьма. Там находились в заключении очень многие известные люди. Достоевский, Александр Ульянов, брат Ленина, Максим Горький. Ты, очевидно, очень хорошо знаешь историю Ленинграда. Да нет, не очень. Но я здесь родился. Здесь родились и умерли мои родители. Здесь я ходил в школу. Потом поступил в институт. А ты в каком году поступил в институт? Это было 7 лет тому назад. А когда ты начал работать в Москве? В 79-м году. Тебе нравится в Москве? Нравится, но Ленинград я люблю больше. Ну, конечно, это же твой родной город. Пойдем дальше. Музей религии и атеизма. Museum of Religion and Atheism. Невский проспект. Leningrad's Main Street. Юра's tour of Leningrad starts in all the obvious places. Спас на крови, the Church of the Savior of the Spilled Blood, on Canal Griboyedova, one of Leningrad's many canals. The church was built on the spot where the Emperor Alexander II was assassinated in 1881, в 1881 году, as Yuri is careful to point out. Эта церковь была построена в 1881 году на том самом месте, где убили Александра II. Его убили... Юр, я же не туристка. Я тоже знаю русскую историю. Я просто хотел... Ну ладно, пойдем. Tourists come to Leningrad to marvel at the city's great beauty. For them, it's sometimes easy to forget the city's great sadness. Here, in Piskarevskaya Cemetery, are the mass graves of some of the million victims of the German siege of Leningrad during the Second World War. Yura's grandmother was one of the people who lived through it. She also lived through Stalin's purges of the 30s, whose victims have no monument.
it's difficult for Leningraders to remember the past without remembering what happened during the war. Во время войны. Во время войны я ездила каждый день на трамвае на фабрику. Когда трамваи не ходили. Когда трамваи не ходили, шла пешком. А ваш муж, он в каком году умер? Мой муж умер в 1943 году. А вы в Москве живете? Да. А вы были когда-нибудь в Москве? Нет. Я не езжу в другие города. Я люблю Ленинград. Это молодые люди любят ездить в другие города, ездить за границу. Пожалуйста. Я не против. Но я люблю Ленинград. Я это прекрасно понимаю. Собираются, ждет их за моря дорога дальняя, яркой, веселой, зеленой. A week in Leningrad with Yura is beginning to feel more like a whole year to Olga. But back in Moscow, Victor's making the most of a single evening. Девушка. Or at least trying to. Кто здесь обслуживает? Who is serving here? Девушка. Одну минуточку, я занята. A useful question in a Russian restaurant. Девушка, скажите, пожалуйста, кто здесь обслуживает? Я. Я. Что вы будете заказывать? Слушаю вас. Мы возьмем бутылку грузинского вина и немного коньяку. Витя, я никогда не пью коньяк. Почему? Потому что я не люблю коньяк. Не любишь? Не понимаю. Ну, хорошо. Я возьму 100 грамм коньяка. Хорошо. А что вы будете кушать? Дайте нам закуски. Какие закуски? У вас есть икра? У нас есть икра. Красная или черная? Красная. Нет, черную. Видите, это дорого. Ничего. Мы возьмем черную икру. А что еще? Дайте, пожалуйста, котлеты. Ну что ты, котлеты? Граждане, прошу вас, ну, хотите вы котлеты или нет? Да. Нет. Да. Нет. Витя, я хочу котлеты. Ладно. Скажите, пожалуйста, у вас есть борщ? Есть. Хорошо. Дайте мне борщ и бифстроганов. Бифстроганова нет. А антрикоты у вас есть? Антрикоты есть. И рыба у нас есть. Витя, возьми рыбу. Да нет, я не люблю рыбу. Не любишь рыбу? Нет, не люблю. Скажите, пожалуйста, у вас есть
за тебя. Summer home of Peter the Great, almost completely destroyed by the German forces in 1944, and now a lovingly restored work of art, искусство. Find it rather pompous, pompezny. Мне больше всего нравится Самсон. А по-моему, он слишком помпезный, а? Помпезный? Ну что ты? А я думал, ты понимаешь искусство. А ты что, специалист по искусству? Я не специалист, но... Но лучше понимаешь искусство, чем я. Может быть. Может быть. Ну? Кто специалист? Как тебе нравится эта скульптура? По-моему, статуя ничего. Но она мне больше нравится. А мне больше нравится он. Снова птицы в стаи собираются, ждет их за моря дорога дальняя, яркая. Веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. Снова птицы в стаи собираются. Дальняя, яркая, веселая, зеленая. До свидания, лето, до свидания. A game of chess, шахматы, is always a good excuse for Victor to do some philosophizing. Дело не в том, где ты живешь, дело в том, как ты живешь. It's not so much a question of where you live, but how. Ну как, у тебя на работе? Нравится? Как тебе сказать? Иногда интересно. Ну это хорошо. А иногда неинтересно. А вот это нехорошо.
как ты. Любишь свою работу? Люблю. Но не всегда, как и ты в Павловске. Ну, Павловск не Москва. Я думаю, в Москве никогда не бывает скучно. Дело не в Москве. Шах! Где шах? Как шах? Как бы мне пойти? А? Вот. Что ты сказал? Я сказал, по-моему, дело не в том, где живешь. Витя, ты всегда все знаешь. Скажи, в чем дело? А дело в том, как живешь. Например, я водитель такси. Я много работаю. А сегодня? Ну и много отдыхаю. Но мне никогда не бывает скучно. Ты большой оптимист. Нет, я не оптимист. Я реалист. Шах. И мат? Где мат? Ой, я не видел. Надо хорошо смотреть. Надо хорошо играть. Да, это правда. Пошли. Куда? Ты что, забыл? Я же говорил. Сегодня у нас концерт в клубе. Концерт? Какой концерт? А кто будет играть? Какая группа? Кто будет играть? По-моему, Элтон Джон. Элтон Джон. Ой, Виктор. There once was an Elton John concert in Moscow, but Sasha was stuck in the depths of the countryside and never had the chance to join the queues for tickets. In Leningrad, Olga still needs a few more photographs for her article on the city's architecture. Она в командировке. She is on a working trip. Nice work, if you can get it. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Шагаю еле-еле, вершок за пять минут. Ну как дойти до цели, когда ботинки жмут? Работа есть работа, работа есть всегда. Хватило б только пота на все мои года. Before she goes back to Moscow, Olga's agreed to go to a little birthday celebration that Yuras arranged for his grandmother. С днем рождения. Happy birthday. С днем рождения, бабушка. С днем рождения. Будьте здоровы. Спасибо, дорогие. Бабушка, я желаю тебе счастья и здоровья. Спасибо, Юра. А я тебе желаю счастья и успеха в работе. А тебе, Олечка, тоже желаю успехов. Спасибо. Бабушка, а если не секрет, сколько вам лет сегодня? Много, милая. Вот, угощайтесь. Пожалуйста. Огурцы, помидоры. Спасибо. Ветчина, рыба, картофельный салат. А вот блины с икрой. Прекрасно. Грибы. Любите? Очень люблю. Возьмите. Спасибо.
Вы здесь отдыхаете? Нет, я здесь в командировке. Кем вы работаете? Я студентка. Оля будет журналисткой. Интересно. А вы долго будете в Ленинграде? Нет, я завтра еду в Москву. Я тоже. Мы едем вместе. Traveling back to Moscow with Yura isn't really Olga's idea of fun. Вот, блины. Угощайтесь. Ой, это должно быть очень вкусно. Пожалуйста. Благодарю вас. And surviving Victor's driving isn't Sasha's idea of fun either. Витя, мне кажется, ты едешь слишком быстро. Ну что ты? Я же профессиональный водитель. Саша, ты слышал этот анекдот? Витя, осторожно! Снова птицы в стаи собираются. Ждет их за моря дорога дальняя. Витя, мне кажется, ты едешь слишком быстро. Ну что ты? Я же профессиональный водитель. Саша, ты слышал этот анекдот? Витя, осторожно! Как ты себя чувствуешь? Спасибо. Очень плохо. Come on now, Victor. Don't be so ungrateful. After all, it's a bit of luck finding yourself in the very hospital where Natasha works. Рука болит? Нет, болит. Левая рука. Нет, тоже не болит. А ты, Саша, как ты себя чувствуешь? Спасибо, нормально. Виктор, ты понимаешь, что тебе надо лежать 2-3 дня? Ой, да что ты говоришь? Витя, она совершенно права. Виктор Александрович, идите сюда, пожалуйста. Фамилия? Ой. Yes, of course she knows your name. But you're a patient now, not her next door neighbor. Фамилия? Попов. Имя? Виктор. Отчество? Александрович. Адрес? Улица Клары Цеткин. Дом 2. Корпус 22. Квартира 4. Год рождения? 8 октября 55 года. Что? 45-го. А вам сколько лет? Профессия. Архитектор. Водитель такси. Виктор hates answering questions and filling in forms, though he does enjoy the occasional game of beat the bureaucrats. Even accidents can have their funny side. But when Olga gets back from Leningrad,
She doesn't find it funny at all. In fact, she is very angry with him. Она очень сердита на Виктора. But Sasha is unrepentant. Где вы с Виктором были? Я же тебе сказал, на концерте. Был хороший концерт. Почему ты так сердита на меня? Саша. Сашенька. Я не сердита на тебя. Я сердита на Виктора. Я думаю, что он несерьезный человек. Нет, Оля, это неправда. Нет, нет, нет. Виктор хороший человек. Замечательный человек. Может быть, он и несерьезный человек. Но он мой самый большой друг. Снова птицы в стае собираются. Ждет их за моря дорога дальняя. Яркая, веселое, зеленое. До свидания, лето. До свидания. Ну ладно. До свидания, лето. До свидания. До свидания, лето. До свидания. Виктор Александрович, вы есть будете? Нет. Только чай. Пожалуйста. С лимоном. Можно? А, сейчас. Виктор отдыхает. Виктор's resting and enjoying all the attention. He's beginning to think that a broken arm does have certain advantages. Ну, как ты себя чувствуешь? Голова болит. Голова? Знаешь, голова болит, рука болит, горло болит, нога болит и сердце. Наташа. Что? Знаешь, голова больше не болит. Виктор Александрович, лимона нет. A big moment at university is the allocation of first jobs. BAM is the new Siberian railway project. Exciting for some, apparently. Куда? На Байкал. На БАМ? На БАМ. Вот здорово. Ой, а ты куда? Но в Сибирск. О, значит, будем не очень далеко друг от друга. Собираются, ждет их за моря дорога дальняя, яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. Собираются, ждет их за моря дорога дальняя, яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. Ты меня совсем не слушаешь. Прости.
ты всегда очень много говоришь. И только о себе. Ну хорошо, давай будем говорить о тебе. Спасибо. Юра говорит всегда о себе. Юра's always talking about himself. At least that's how it seems to Olga. But one thing she hasn't told Yura about is her распределение, the posting to a job several thousand kilometers away from Moscow. Оля, ты уже получила распределение? Да, получила. Ну? На, читай. Оля, на БАМ? Надолго? Не знаю. Может быть, на 2-3 года. А я? Что ты? Ты будешь в Москве. Без тебя? Юра, я давно тебе хотела сказать. Не надо. Я все понимаю. Все ясно. Мне нравится, что вы больны мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. За то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами. Где? Университет. Там. Нет, нет. А где Кремль? Ну, там, налево. Нет, направо. Витя, ты очень плохо знаешь Москву. Где Москва? Там! Молодец, какой талант. Подожди. Где мое сердце? Витя, у тебя нет сердца. Правильно. Подожди, вот, у меня есть сердце. Выйди в поле на рассвете, видишь, маки там олеют. Прикоснись ты к макам этим, не стесняйся, будь смелее. И в твоих ладонях будет их тепло и трепет ранний. В этом малом майском чуде жизни вечное дыхание. Раз,
весне. Красные маги теплотою своей душу твою согрею. Собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. It's time for family farewells. Before Olga goes away to take up her first job. Ну, до свидания, Оля. До свидания. Папочка, до свидания. Мама! Голубушка моя. Пиши тоже, пиши. First, Olga's got to stop off for one more appointment in Moscow. At an event that no one ever thought they would witness. Извини. Граждане Союза Советских Социалистических Республик. Попов Виктор Александрович и Суворова Наталья Владимировна. Дорогие молодые друзья, в жизни каждого человека бывают очень важные и дорогие сердцу события. У вас сегодня именно такой день.
Вы создаете семью. Семейная жизнь одарит вас большим счастьем, если она будет связана взаимной и настоящей любовью. Сумейте в совместной жизни проявлять такие черты характера, как внимательность и доброту, спокойствие и рассудительность, самообладание и тактичность. Стремитесь к тому, чтобы интересы одного из вас стали интересами другого. В своем семейном счастье никогда не забывайте ваших родных и друзей. Всегда уважайте родителей. Помните о той любви, заботе, которую уделяли вам. Считайтесь с их мнением и советом. Выполняя общественный долг, как представитель советской власти, прошу ответить. Хорошо ли вы продумали свое решение стать супругами? С вашей стороны, Наталья Владимировна? Да. С вашей стороны, Виктор Александрович? Да. Чтобы было много и весело. Сначала нам. Сначала жениху и невесте. Еще сюда. Оп. И себе. Шаг назад, шаг назад, шаг назад. Хватит, держи, хватит, держи. Я держу этот маленький бокал, но с большим чувством гордости и любви к нашим молодым я хочу сказать два слова всего. Ребята, будьте счастливы, молодые и красивые. Спасибо. Горько. Горько! Ну, подсластили. Саша, держи. Давай. Саша, ниже. Мы еще разочек, чуть-чуть ниже, да, и чуть ниже. Замечательно, хорошо. Послушные вы мои! Well, that's the end of our little story. I can't tell you everything that happened after this happy scene was filmed. But I can tell you that Olga became a leading journalist and eventually found a man that was her match. That Lyudmila became a slightly nicer and much happier person. That Sasha never did become a lead guitarist with a rock group. That Tanya went on to win lots of prizes at sports and became quite unbearably conceited. Oh yes, Victor and Natasha didn't live happily ever after, which is sad, but true. Снова птицы в стаи собираются. Ждет их за моря дорога дальняя, яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания, до свидания, лето, до свидания.